Fotbalul se joacă inclusiv astăzi în Belarus, deoarece emoțiile pozitive au fost mai puternice decât efectul negativ provocat de pandemia de COVID-19. De această părere este jucătorul belarus al celor de la Sfântul Gheorghe, Roman Volkov, și care a fost făcută într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a grupării din Suruceni. Как бы пока как раз первые игры, они всегда за счет эмоций, еще такого, чтобы игру кто-то показывал команд, таких прям нету, чтобы уже прям сыгранность была. Обычно первый тур – это эмоции, желания, какие-то ошибки, там воспользовался ты либо ими, либо ты их совершил. В принципе, атмосфера нормальная. Чемпионат играют – это отлично. Футбол в Беларуси есть. În context, Roman Volkov a ținut să vină și cu un pronostic pentru sezonul competițional al primei ligi de fotbal a Belarusului. Ну, если посмотреть даже сейчас таблицу, там ну две команды только так отвалились немножко пока, может быть, не вкатились в сезон, которые только вышли из первой лиги. То есть они, возможно, пока только привыкают ко всему, а остальные команды сейчас просто можно каждая любую может обыграть. Батэ, Динамо Брест, Шахтер, Динамо Минск. Я думаю, вот эта четверка, она будет между собой там впереди все решать. Ce ține însă de fotbalul din Moldova, atacantul Sfinților a spus că acesta își va reveni repede. Знаете, футболисты всегда любят больше играть, естественно, и чем тренироваться, поэтому это, я думаю, только положительный момент. Чем больше игр ты играешь, тем футболист доволен. Нет такого, что люди не любят футболисты тренироваться. Любят играть. Мы же ради этого тренируемся, чтобы играть. Поэтому чем больше игр будет, ну... Amintim că Roman Volkov a semnat în această iarnă cu vicecampioana Moldovei, Sfântul Gheorghe Suruceni, din postura de jucător liber de contract, după ce ultima dată a evoluat pentru Gorodia, în prezent locul 6 în Belarus.